А Молдова, которая, к сожалению, является самой, значит, бедной страной в Европе, покупает газ по самой высокой цене. То, что мы не осуществили этот аудит, чем нам это грозит? Мы действительно можем остаться без газа? Да, там было договорено, что до 1 мая проведут этот аудит. Известно, что он не сможет быть проведен. И тогда, когда вот подписывали этот протокол, человек не в состоянии понять, что такого рода аудит невозможно провести в течение 5 или 6 месяцев. Понимаете? Он элементарно не понимает такие вещи, потому что если бы понимал, он бы сделал себе вот график для того, чтобы найти аудиторскую фирму, которая бы признала и «Газпром», нужно, во-первых, сделать техзадание, потом объявить тендер. После того, как объявляешь тендер, проходит 2-3 месяца, выбираешь, заключаешь контракт, это уже май. Как ты подписал, что к 1 мая у тебя будет аудит? То есть изначально было ясно, что это соглашение в никуда. И так и получилось.